Встреча состоялась 3 декабря. Она была приурочена ко дню памяти неизвестного солдата. Ребятам рассказали историю возникновения этого праздника, познакомили с подвигами военнослужащих в годы войны. Методист Оксана Шейфель рассказала, что необходимо уважать ветеранов и помнить о павших героях. А после беседы детям показали документальный фильм. Было интересно. Нам рассказывали, как то, что нужно чтить память. То, что были неизвестные солдаты, хоть их имя неизвестно, но все равно их помнят. Я узнала то, что очень много солдатов, конечно, и очень жалко то, что мы не знаем, как их зовут. Ну, и они отдали свою жизнь именно за нас, чтобы мы жили в России. Я запомнила то, что они помогли нашей стране победить немцев. Если бы не они, мы бы сейчас бы не жили, бы нас не было просто. Они за нас отдали свою жизнь. В школах и других общественных организациях Десногорска серьезно относятся к гражданско-патриотическому воспитанию. Его главная задача – научить детей с уважением относиться к истории своей страны и проявлять верность Родине. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.